Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль сказал, что люди недооценивают биткоин, потенциал которого огромен. Такое заявление Тиль сделал 27 октября на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии. «Я скептически отношусь к большинству криптовалют, но я думаю, что люди немного недооценивают биткоин. Его можно сравнить с резервными деньгами, сравнить с золотом. Биткоин – это средство хранения капитала, он не нужен для совершения транзакций», – отметил Питер Тиль. Ранее миллиардер заявлял, что биткоин, хотя и является полной противоположностью PayPal, основан на том же наборе идей.